красивые дороги Подмосковья. Это шоссе ведет к молодому, но уже известному всему миру городу Дубно. Однако не молодость главная в этом замечательном городе. За последнее время в СССР родилось много новых городов. Главная черта Дубны – интернациональность. Здесь живут и работают сотрудники Объединенного института ядерных исследований, ученые Албании, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Демократических республик Германии и Кореи, Китая, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Исследователи 12 стран объединили свои усилия, чтобы раскрыть сокровенные тайны атомного ядра. Полное равноправие представителей всех стран является непреложным законом в этом замечательном содружестве. Велики возможности ученых, работающих в Дубне. В их распоряжении многочисленная передовая техника, которую советское правительство безвозмездно передало Объединенному институту. Вот ускоритель элементарных частиц синхроциклотрон. Но прежде чем знакомиться с ним, прежде чем входить в мир сложных понятий, взгляните на эту схему. Очевидно, она вам знакома. Стремительные электроны неутомимо вращаются вокруг ядра атома, образуя электронную оболочку. Само ядро состоит из мельчайших частиц, протонов и нейтронов. Эти частицы имеют сложную структуру. Нейтроны лишены электрического заряда, они нейтральны. А протоны заряжены положительно. Нейтроны и протоны словно сцементированы исполинскими внутриядерными силами. Чтобы освободить эти силы, необходимо знать, как устроено ядро, а для этого нужно проникнуть в него. Путь в ядро труден. Он доступен лишь мельчайшим частицам материи, но для этого им нужно придать огромную скорость. Частицы разгоняются в специальных машинах, ускорителях. Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся с обычной радиолампой. Каждая лампа имеет анод и катод. Когда нить лампы нагревается, из нее роем вырываются свободные электроны, получившие под влиянием тепла большие скорости. Движимый разностью потенциалов, поток электронов устремляется от катода к аноду. А если разности потенциалов нет, не будет электронного потока, лампа работать не сможет. Создадим разность потенциалов хотя бы в 1 вольт. Электроны получили дополнительную энергию и снова двинулись к аноду. Каждый электрон разогнался благодаря тому, что его энергия увеличилась на 1 электрон-вольт. Электрон-вольт – это единица измерения энергии, принятая в ядерной физике. Но 1 электрон-вольт – это очень небольшая энергия. Увеличим разность потенциалов. Электроны получили дополнительную энергию и стали двигаться быстрее. В радиотехнических устройствах энергия частиц невелика. Она исчисляется сотнями и тысячами электрон-вольт. Исследователям атомного ядра требуется энергия в миллионы и миллиарды электрон-вольт. Синхроциклотрон сообщает частицам энергии около 700 миллионов электрон-вольт. Частица разгоняется в герметически закрытой камере. В ней размещаются ускоряющие электроды, дуант и рамка. В промежутке между ними, как между катодом и анодом радиолампы, происходит ускорение частиц.
Синхроциклотрон, хотя и родственник радиолампы, но родственник далекой. Кроме разности потенциалов, на движущиеся в нем частицы воздействует еще и постоянное во времени магнитное поле, заставляющее их двигаться по спирали. Необходимые для ускорения частицы образуются в специальном устройстве – ионном источнике. Он вводится в центр камеры. Чтобы встречные молекулы не мешали движению частиц, два мощных насоса выкачивают воздух из камеры, создавая вакуум. Исходным материалом для получения частиц является самый простой химический элемент – водород. Его атом состоит из одного протона и одного электрона. Водород поступает по трубкам в ионный источник. В ионном источнике создается электронный поток, который, воздействуя на атомы водорода, выбивает из них электроны. Оставшиеся чистые ядра водорода – не что иное, как протоны. Их-то и предстоит разгонять. Положительно заряженные протоны стремятся к отрицательному электроду, а от положительного они отталкиваются. Полярность электродов все время меняется. Физики не сочтут ошибкой, если мы скажем, что на границе ускоряя электрода, каждая частица получает дополнительный толчок. Удар. Удар. Еще удар. С каждым ударом скорость протона возрастает. Удары следуют очень часто. Электрическая энергия, необходимая для ускорения протонов, подается к ускоряющим электродам от мощного высокочастотного генератора. Но скорость частиц все время меняется, постепенно нарастает и их масса. Чтобы ускорение происходило нормально, приходится изменять и частоту подачи энергии. Изменение частоты осуществляется с помощью специального устройства, называемого вариатором. Цикл ускорения продолжается всего лишь мгновение, но этого достаточно, чтобы сообщить энергию 10 миллиардам протонов. Циклы следуют один за другим 100 раз в секунду. Когда энергия частиц достигает заданной величины, они выводятся из камеры через узкие щели, закрытые тонкими алюминиевыми листами. Но для исследования атомных недр одних протонов недостаточно. Нужны и другие частицы. Их можно получить, например, поставив на пути протонов специальную пластину-мишень. Мишень вводят в ускорительную камеру. И направляют на нее поток протонов. Быстрые протоны воздействуют на атомные ядра материала мишени, и, вызывая ядерные реакции, рождают новые частицы – нейтроны и мезоны. Вот они, эти частицы, выбитые ударами протонов из ядер мишени.
синхроциклотроне можно ускорять ядра тяжелого водорода, гелия и других элементов. Это открывает ученым большие возможности для исследования атомных ядер. Через эти окна разогнавшиеся частицы вылетают из камеры ускорителя. По массивным металлическим трубам они направляются к физическим приборам. На пути частиц установлена различная физическая аппаратура. Четырехметровая бетонная стена и дополнительные блоки надежно защищают приборы от вредного влияния рассеянных излучений. На этой установке группа физиков исследует воздействие быстрых протонов на мишени из жидкого водорода и жидкого гелия. А здесь изучается воздействие мезонов на ядра легких газов. Над этой темой совместно работают советский физик Москалев и польский физик Стефан Виктор. Различная аппаратура, различные опыты, а цель одна – разобраться в секретах атомного ядра. Вся аппаратура перед каждым опытом тщательно налаживается и проверяется. Когда ускоритель будет работать, в помещении находиться нельзя. Приборы будут действовать автоматически. Готовятся к опыту и другие специалисты лаборатории. Лаборантка из Болгарии собирает в стопку светочувствительную эмульсию. В таком виде эмульсия будет установлена на пути ускоренных частиц. Пульт управления ускорителя размещен в другом здании. К проведению опыта все готово. Обмотки электромагнита получили питание. Синхроциклотрон действует. Ускорение началось. Энергия, питающая обмотки магнита, подается к нему из здания главного пульта. Сотни километров шин и кабелей питания, управления и сигнализации проложены в подземном тоннеле. В зале никого нет, но вся аппаратура работает. Автоматы, обслуживающие исследовательские установки, отлично выполняют свои сложные обязанности. Все, что происходит в опасной зоне, непрерывно контролируется с помощью приборов, регистрирующих самые различные явления. Опыт продолжается несколько часов. Но вот он закончен. Хочется узнать его результаты. Посмотрим, что произошло в фотоэмульсиях, находившихся на пути ускоренных частиц. После обработки эмульсии под объективом микроскопа становится видимой, как бы застывшая картина
произошедшей ядерной реакции. Каждая частица оставила свой характерный след. Глазу ученых открывается множество линий. В их переплетении порой разобраться очень трудно. Молодому польскому физику Отвиновскому помогает в этом советский исследователь Баландин. Для обработки многочисленных данных экспериментов используется электронная вычислительная машина, значительно облегчающая труд ученых. С помощью синхроциклотрона в Объединенном институте получает много новых и важных для науки. Синхрофазотрон позволяет проводить интереснейшие эксперименты. Огромные и разнообразные возможности этой машины, несомненно, приведут в ближайшее время к новым крупным открытиям в области ядерной физики. Гигантская энергия, которой ускоритель наделил протоны, придает им сокрушительную силу. И человек направляет их к цели, к ядру. Через выводные щели частицы помчались к установкам экспериментаторов. Благодаря колоссальной энергии, которую приобретают протоны с помощью синхрофазотрона, ученые получили возможность наблюдать образование новых частиц материи. Рождение еще неизвестных частиц и новые ядерные реакции исследует группа кандидата физико-математических наук Чувила. Эту же проблему разрабатывает китайский профессор Ван Ганчан. Ван Ганчан чувствует себя в Дубне старожилом. И надо заметить, что для этого у него есть все основания. Он был первым иностранцем, приехавшим в Дубно после того, как здесь организовался Объединенный институт. В Дубне у китайского профессора появилось много новых коллег из других стран. Конструктор Шинагль из Праги. Его земляк Братислав Малых. Советский физик Хачатурян, все они стремятся к познанию тайн, скрытых в недрах атома. Рука об руку трудятся Тадеуш Канарек из Польши и Шаров из Советского Союза. Работает кореец Ким Ки Ин из Пхеньяна и Стронов из Москвы. В этом здании находится электростатический генератор. Советские и иностранные специалисты широко используют его в своих физических экспериментах. Профессор Мариан Даныш из Польши проводит интересные физические исследования в лабораториях Объединенного института. Он является одним из его вице-директоров. Другой вице-директор института – физик-теоретик, чехословацкий профессор Вацлав Вотруба. Сейчас оба профессора беседуют с молодым специалистом Эмилем Антончиком, прибывшим из Праги для участия в работах Объединенного института. Работать в Дубне
Счастье для каждого ученого. Здесь созданы все условия для плодотворной творческой работы, сказала китайский физик Ван Шуфэнь. И она, конечно, права. В ближайшее время ученые, работающие в Дубне, получат еще более широкие возможности для своей научной деятельности. Уже идет строительство нового большого циклотрона, где будут ускоряться тяжелые ионы, что даст возможность получать еще неизвестные науке химические элементы. Для изучения свойств новых элементов и для работ по нейтронной физике строится импульсный реактор, работающий на быстрых нейтронах. Физики-теоретики института скоро получат новую лабораторию теоретической физики, оборудованную электронно-вычислительной техникой. Научную жизнь и деятельность Объединенного института направляют ученый совет и комитет полномочных представителей. В этом зале делает доклад директор института профессор Блохинцев. В настоящее время физика элементарных частиц находится в самой начальной стадии. Среди делегатов ректор Тиранского университета Зия Келич, каковы могут быть практические академик Наджаков из Болгарии, Хория Холубей из Румынии, Леопольд Инфель и Неводничанский из Польши, Цянь Сяньцянь из Китая и делегаты других стран, членов института. Сейчас в изучении проблем физики элементарных частиц соревнуются все лаборатории мира в меру своих талантов и своего технического вооружения. Город Дубна известен всем физикам мира, и Объединенный институт широко распахивает двери перед теми, кто желает поближе познакомиться с его научной деятельностью. Сюда приезжают сотни людей из разных стран. Охотно дает пояснение иностранным гостям член-корреспондент Академии наук СССР Векслер. Здесь побывали Джеймс Эндикотт, общественный деятель из Канады, американский физик Паулинг, Верховный комиссар Франции по атомной энергии Франсуа Перен. Пояснение ему дает профессор Джелепов. Гостей встречает в Дубне с большой теплотой и радушием. Ученые Объединенного института непрерывно обогащают науку все новыми данными о строении атомного ядра. Покидая Дубно, невольно вспоминаются слова великого Ленина о неисчерпаемости атома и бесконечности материи.